Здравствуйте. При открытии проводника, если мы наблюдаем вот такое расположение здесь еще добавлена область предосмотра, вот оно, это поле, и становится нам неудобно работать с данным проводником. Приходится всегда вот так раздвигать это поле, вот, чтобы оно было увеличено. И при новом запуске проводника все возвращается на прежнее место. Как устранить эту проблему? Очень просто. В левой стороне здесь есть «Упорядочить». Нажимаем. Представление и убираем галочку «Область предпросмотра». Снимаем ее. Все. Удобно и хорошо работать с данным проводником. В верхнем правом углу есть такая иконка «Изменить представление» или, так сказать, «Изменить расположение дисков и папок в данном проводнике». Нажимаем на треугольник и из предложенного списка выбираем то расположение дисков и папок, с которыми нам будет удобно работать. И каждый выставляет так, как ему нравится, как ему удобнее работать. Все. Вот такое небольшое исправление для удобства с проводником каждый может внести и настроить его на свое усмотрение. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До свидания.